Тихо, смотри. Хочешь очень немного пробился вперед. Молодец. Подразделение 11-й гвардейской армии выдвигаются. Один нам. И начинают скрытое наблюдение за противником. В это время поступы к мосту подразделениями вермахта саперами минируются с целью предотвратить прорыв и максимально задержать наступающего противника. Установлены минные поля и караульное подразделение, потеряв бдительность, вступает в стычку с подошедшими инженерными подразделениями 11-й гвардейской армии. Некоторые солдаты убиты, а одного берут плен и уводят штаб 11-й гвардейской армии. Целью получения информации. На территории Восточной Бруси информацию можно было получить только таким образом. Погода была нелегкая. Для того, чтобы непосредственно можно было такое решение. Действующий мост через реку Пригора. Давайте мост. И у нас становится разомкнутым. Усложняется задача по преодолению водной преграды. Водная преграда может быть преодолена при наведении помпы. Переправа вблизи разрушенного моста. Небольшая пауза. Продолжаем минометный обстрел. Под минометным огнем никакие действия не принимаются. Пехота залегла в укрытие. И ждут окончания минометного обстрела.
танчик Красной Армии под прикрытием пулеметов. Перегруппировка. И сразу подразделение стараются максимально выдвинуться к этому тренажу. Дислокации подразделений Красной Армии скрывается огневая завеса, которую установили. Связи между двумя наступающими армиями 11 и 43. И 11 гвардейская армия ожидает подхода сил 43 армии, которые должны выйти немцам во план. Объединив усилия, будет наведена водная переправа. И две армии должны соединиться и замкнуть кольцо на ходу. Бои ведутся в городских кварталах, бои ведутся на линии фронтов, на линии гостиных. Каждый дом Кёнигсберга был организован как огневая точка. И также бои в кварталах, район вагона завода, большого смены, район Сихау. Дом являлся огневой точкой. Немецкое командование продолжало ожидать, грозилось на какое-то чудо. И в Берлине еще не вырвалось, что не грозилось. Останутся немецкие, не будут ждать. Что русский медведь, выбравшийся из своей берлоги, ломает когти и зубы. И отсюда начнется подвоенное наступление немецкой армии на восток. А на западе пытались заключить сепаратный мир с англо-американскими и французскими войсками. Максимально высокое время на восточном фронте. Основные силы, основные подразделения были переброшены на восточный фронт против наступающих противников. И Кёнигсберг являлся одним из препятствий для дальнейшего продвижения на Берлин, на столицу Третьего Рейха. Продолжение следует...
Сурана. Маневров, тактические решения. Здесь ситуация тупиковая. На два фланга не хватает живой силы. Солдатам и в окопах на передовой можно было увидеть. Это были не последние бои, так как после капитуляции гарнизона Кёнигсберга бои продолжились на Зимонском полуострове. Нашей армии предстояла небольшая передышка, и продолжались бои по окончании Восточно-Прусской операции.